Давно у вас сильная изжога? Полгода или год. Давление 142 на 90. Высоковато. Мы с Дарьей часто ездим на соревнования. Некогда думать о себе. Ставить работу выше здоровья плохо. Для вас и вашей дочери. Спасибо. Позвольте напомнить, какие долгие смены у докторов. Вечный стресс, мало сна. Когда что-то для вас важно, вы отдаетесь этому полностью. Верно, но мы взрослые, а Дарьи нет. Да, но она очень отличается от сверстниц. Дарья пашет как проклятая. Она заслужила мое уважение. Что-то болит? Какая-то боль в груди. Кислород упал, и давление тоже. Возможно, инфаркт или аневризма. Дыхательную трубку. Низкая перфузия, это сепсис. Показатели не улучшаются.